все отболит. И мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер золу развеет без следа. В общем, я уже задолбался дрова подтаскивать. Ну, просто крупных дров нет, а топор у меня микро. Сушняк тут выбран. Неохота идти в мокрые джунгли. В общем, как бы так. Ну, вот хворост жгу, ветки, просто угли нагораю. Там бревна сидят. Попшикал тут немножко средством. Ну и вроде меньше мокреца стало. Это существенно. Практически я сейчас сижу, то прятаться приходилось. Сейчас могу сидеть, могу хотя бы не отмахиваться, не чесаться. Потому что он, зараза, кусучий. Даже волдыри получаются от него. Не от каждого. Ну, как бы вот вчера меня очень так весело в бровь укусил один, зараза. Мелкий. И глаз даже распух слегка. Сейчас прошло уже. Прилетал ворон, тут вот сел нагло, прям вот на этом дереве, вот тут вот прям сел, посмотрел, не увидел меня сначала. Я ему пожелал счастливого пути, намекнул насчет погоды, в общем, он тут же свинтил, не стал дальше дожидаться. Странный такой, большеклювый, в общем. Ну, грустно пока, что выходной день, нарезал лопуха листьев еще вот на подстилку, а то что-то несколько листов лежало, ну, просто оно и мягче, и грязь, главное, не липнет, потому что все промокло, оно, зараза, на пленку липнет. Ну, я, конечно, пленку сполосну перед сворачиванием, но это все сушить опять, мокрое в рюкзак пихать крайне неудобно, в общем, проблемы возникают для того, чтобы двигаться, надо вымокнуть. А для того, чтобы посушиться, нужен костер. Классические проблемы, короче. Поэтому никуда не идем. Не иду я никуда. Сижу, в общем, как в песне, да. Не дают мне больше интересных книжек. Два шага налево, два шага направо. Ну, я тут так сходил, но там трава просто высокая. Пришел по колено мокрый. Сушился так слегонца. Неинтересно, в общем, ничего. Ну, валуны уже лежат огромные. Все, уже как бы предполе это закончилось перед горой. Уже подъем там. Дорожка кончается. Снимать не стал, потому что лил дождь. Как бы это. Вот какой виноград, сейчас покажу. Если я его уже показывал. Вот он вьется на дереве. Вот обвивает ель мохнатую. И уходит по ней вот прям туда, наверх. Дикий приморский наш дальневосточный виноград. Вот из такого винограда я, кстати, вино разливал. У меня на даче растет его, скажем так, слегка культуренная версия. Росла, пострадала от морозов. Ну, конечно, не такой высоты, да, он там вон почти под четвертый этаж уходит лианы и не вымерзает. А у нас метр, и уже выше метра он уже вымерзает, даже если укрываешь. А тут он вот в этом климате растет очень лихо. Липу тоже эту гигантскую показывал. Ну, просто больше показывать нечего. Да, вот она. Гигантская просто. Без дупла, кстати, еще. Вот у нее внизу, вон там, где корень, дырка. Крайне обалдительная дырка. Сейчас. Вот. Корня. Ой, извините, я без стабилизатора на 6 крат. Это мазохизм, конечно. На руках тут еще капает, зараза, сверху. Вот. Тут так тихо-тихо, а потом раз и литься начинает.